ребят, все, мы доехали. Мы одни эмоции. Каменки, тут да, все, на самом деле, одни эмоции. А очень фрейм-домик, красиво. А фрейм-домик? Это я о таком домике мечтал. Ничего не видно. Слушайте, мы в восторге просто от поселка, безумная красота. А на обратном пути, когда поедем, мы покажем вам указатель, где, откуда начинается Сибирь-матушка. Да, леса просто космос, все настолько пахнет. Жирный, как мясо коровы. Там, у тебя прям жрал. Очень покажи, красиво. Вот, видите, автомобиль есть. А вот она причина нашего приезда. В общем, ребята забрали ее из салона, чтобы поставить на учет. Завтра мы ее загоняем обратно, делаем торжественное вручение. Они уже записаны на брендирование. В общем, ай, классный, классный, классный. Димка уже облизывается, говорит, там монитор другой не как у нас. В общем, я тоже облизываюсь. Еще один прайм в нашей команде. Я тоже едет. До Тюмени 30 километров, да? Да, такой маленький домик. Кстати, архитектура прям тут это... Папа глаз радуется, да? Да. Тут есть что посмотреть, что принять. Так, ну вы с нами ехали-ехали, времени, конечно, немножечко прошло. Мы тут уже вкусняшки готовим. Алена, отлипаемся от собак. В общем, мы во владениях РБС, в шикарнейшей Каменке. Аленка тут дружится с собаками. Ален, помним, все-таки не Вита, в бараний рог скручивать не надо собачек. Они, да, они какая красотища. 20 километров от Тюмени. Банька, дом. Да? Мы сейчас собираемся очень вкусно кушать. Без шашлыка никак. Это, наверное, самое простое, что летом можно приготовить. Да, Саш? Добро пожаловать во влог дубль 2. В Дагестане до вас докапывались. К вам приехали докапываться. Потом по дому прогуляемся, когда Ира разрешит. Там много всякого икеевского. Кто? Кого? Куда? Заходи. Захожу? Заходи. Захожу? Дмитрий Юрьевич нас окуривает. Я это, сандал. Юрьевич, не кури. Ты бросил. Я сандал. Вкусняшки. Так я уже поубрала. Ты порядок навела? Да я не навела порядок. Чтобы сегодня праздник удался, я включил антикомарин. Антикомарин? Ну давай. Сейчас будет весело. Я пойду еще машинку покажу. Праймик раз. А вот это вот завтра будем. Ой, блин, какая! Завтра она будет красивая, намытая, с бантиком. Я вам все-все покажу. Ой, подсветка, ёшкин кот, у нас такой нету. Пока никто меня не видит. Ой, прям вот навёхонькая-навёхонькая. Даже еще этикеточки с нее не посняты. В общем, ребят, реально кайф. В Тюмени очень классно. Мы пошли отдыхать. С вами, я думаю, мы встретимся завтра, потому что завтра мы будем это дело вручать, отмечать. Очень красиво будет. В общем, встретимся. Друзья, кто не был в Сибири, я вам сейчас покажу, что такое вечерняя Сибирь у прожектора. Или у светильника, как вы хотите. Смотрите. Ах, меня облепили. Вот это природа. У нас такое в Поволжье точно нет. Они прям все на меня залезли. Капец, я в шоке. Я в шоке. Друзья, всем привет. Пятница. Сегодня какое? 6 августа. Мы в Тюмени, село Каменка, пригород Тюмени. Начепуренные, красивые. Наш праймик. Выезжаем на вручение первого автобонуса в нашей команде. Ну, точнее, второго, с учетом нашего автомобиля. Я волнуюсь. Мне прям вот так. В общем, сегодня постараюсь все поснимать, показать во влоге. Сейчас мы с вами едем дружно в Тюмень. Так, ну все, мы выехали. Дмитрий Юрьевич за рулем. Таксист я ваш лично. Речь все и таксист, и оператор, и наставник, и все, что можно. Ирушка. Ирин, ты как? Переживаешь?
свадебный кортеж. Ты знаешь, я тебе скажу, когда мы свою машину забирали, я... Мы до последнего офигевали от... Нет, мы... То есть, ну, происходящее, так, знаешь, ровно, вот этих эмоций не было. А когда уже партнера забирают, и ты понимаешь, что это дублицируется, да, что человек следующий может повторить твои шаги еще быстрее, это прям, знаешь, вот. Ну, как тебе объяснить? Это, наверное, сродни, вот, что дитё с роддома. Вот у меня примерно такие ощущения. Хорошо, тогда мы будем ваши первенцы. Да, так и есть, первенцы. В общем... Мы уехали, сейчас мы будем готовить речь для видео. Дима, ты во влог потом клип ставишь, который получится? Нет, наверное, я как монтаж получится, я да? так вот не скажу. Ну, в общем, в любом случае, ролик, который мы сделаем с вручения автомобиля, можно будет увидеть на нашем втором канале «Жизнь сетевика», который бывший «Прозош». Да? Там как опубликуем, скажем, в ближайшем году. Да, потому что кому интересно, можно будет зайти посмотреть. Все, отключаемся, дальше у нас секрет. Так, все, мы приехали в салон, Дима уже сделал проводку дроном. Ребята у нас ушли на оформление документов. Вот он, салончик Kia. Вот у нас часть команды приехала. Потом будет еще народ на вручение. Юрьевич там со своей техникой разбирается. В общем, так все волнительно. Пойдем сейчас за ребятами, посмотреть, что они там делают. Киёшка. Кстати, нам очень понравилась Тюмень, по крайней мере, пока то, что мы видели. Так, ребята вышли. Сейчас узнаем, что там у них. Ну, насколько я в курсе, сейчас машину подготавливают, намывают, начищают. И им надевают на нее очень красивый бант. И мы пойдем поздравляться. У нас сюрприз. Очень огромный букет белых роз. Будем сейчас дарить. Ира про это не знает. А потом мы еще поедем куда-нибудь прогуляемся. И еще будет часть ребят, друзей, кто приедут поздравлять, и партнеры Иринины. Кстати, Ира такой же подписчик, как и вы, о чем мы уже говорили. Она оперирующий врач, акушер-гинеколог, оперативно-неотложной акушерской деятельности. А муж Александр, вот который в фиолетовой рубашечке, они вместе строят бизнес, он точно так же партнер Ирины, он врач санэпидемслужбы, по-моему, если я не ошибаюсь, я не сильно в этих моментах. Контентик снимается. Так, все, ребята, сейчас там подписываем документы с менеджером, а я уже пробралась в зону выдачи рядом с новыми машинками. И лицезреем нашу красоту. Смотрите. Девчонки снимают. Смотрите, какая классная. Ой, сказка. Намытая, начепуренная. Один бант что ставит. Кстати, мы когда в Саранске свою забирали, нам банта не дали. Заглянем. Кстати, Дима сопровождает весь процесс. Он там с камерой вон бегает, вон там ребята подписывают документы. Ждут менеджера. Да, вас со всех сторон снимает. Ку-ку. Ку-ку. Бампер в этот железный круг упер опять. Идут, 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 идут. Бедный менеджер. Он же не знает, что ему не только машину вручать, но еще быть и участником ролика. А Юрьевич ведь сдонжит. С живого не слезет. А, у нас вручение. Так, ну что, мы вручили автомобиль, ребята забрали, поздравили, цветы, друзья. Сейчас все вместе едем еще в одно интересное место. Дмитрий Юрьевич отработал оператором. Как оно вам? Не впервой. Не впервой. На эту звезду посмотрите. Это он еще пока с нами общается, а скоро будет там. А во мне. А во мне. Ну, как интересно снимать. Это творчество. Это как картину рисовать, видео. Полная свобода действия. Как а главное, как команду тебе, как над тебе, людьми. Как тебе, Я пока.
собственно. Я работаю, да? Да. Я пока просто глава, мне сейчас другим заняты. Я сейчас пока не могу смотреть в город, оцениваю ее туристическим взглядом. Ты грубо смотришь вовнутрь своей головы, чтобы концепцию ничего не упустить, никакие детали, да? Да, да. А как вообще, ну вот, понимаешь, ты же не для постороннего человека делаешь съемки, да? То есть вручаем автомобиль партнерам, то есть вот, ну, понимаешь, ролик потом красивый. Ты будешь понимать, что это твоя, ну, как бы ты это сделал. Ну, я стараюсь на максимум, сколько я могу. Вот на максимум. Я еще на монтаже буду стараться на максимум, что я могу. Вообще, вот, как бы, ощущение лучше, чем какие? Для себя. Для себя, может быть, я и где-то, может, и подхалтурю. Но тут, как бы, полная отдача. А какие у тебя ощущения, что ты вот именно, вот ты не ответил просто на мой вопрос, ты немножко в другую тему перешел. Ну, какие у тебя ощущения от того, что ты делаешь это так, для партнеров? Ну, что, тебя не оператором пригласили? Хотя ты оператором ни разу за деньги не работал. Не буду, неинтересно. Я это делаю как творчество. А творчество это вот хочу? Просто хочу бесплатно. Ну как, не то, что бесплатно, просто хочу. Но это бесплатно. Хочу, творю, хочу, не творю. Вот так скажу. Меня нельзя заставить. Если я захочу, я это сделаю. Если я это не хочу, я это делать не буду. А я скажу свои ощущения. У меня в душе тепло и приятно, что... Но мне сейчас тяжело эмоции говорить, потому что я сейчас занят другими. У меня мозги другими заняты. Мне пока рано сейчас вот что-то судить. Я, наверное, вечером я тебе скажу. Наверное, когда расслабишься. Выдохну, да. Тогда я скажу свои эмоции. Посидишь за рулем, эмоции, да. Да, сейчас вот анализирую. Вот. А у меня пока нету таких мыслей. Я сейчас другим занят. Потом в праймике посидишь? В новеньком? Сравнишь? Все. Я даже проедусь, да? На самом деле, да, такие моменты тоже, ребята, есть, потому что все-таки, когда ты не просто, вот если бы мы просто пришли и был нанятый оператор, тра-та-та, но мы делаем это сами. Почему делаем сами? Нам делали ролик, когда нам вручали автобонус, был наставник, наша команда была, ребята с параллельных структур были, нас поздравляли, все очень красиво, но ролик, к сожалению, не по душе был, да? То есть, ну, Дима лепил уже из того, что было. А здесь, честно, мы очень хотим, чтобы у ребят был красивый ролик, чтобы это была память, да? Обязательно. Вот. Ну и на самом деле, вот если сейчас, ну, мы все-таки влог пишем, не обзор же по идее, то есть можно и мыслями поделиться. Вот мы сейчас ехали с Ирой назад. А ты меня снимал вообще? Бэкстейдж был вообще? Да, немножко снимал. На эту камеру? И на эту камеру, и на айфоне много чего. Понятно. Может, что-то я вставлю. То есть повставляешь, да, как ты там бегал, прыгал. Нет, я снимала, показывала. На самом деле, да, то есть нужно все-таки, чтобы каждый что-то одно делал. Это камера. Вот мы ехали с Ирой, да, то, что вот разговаривали с тобой, мы троих. Угу. Саша с Мариной ехала в машине, ребят, потом подъехали две машины. Друзья и партнеры у РБС, а не РБС, а РБС. Короче, Ира с Сашей. И ведь вот... Ребята не бросали своей врачебной деятельности. Как они работали по своим специальностям, так и работают. Мало того, что Ирина работала в неотложном операционном акушерстве. Ну, как-то так, короче, она оперирующий хирург в перинатальном центре. Сейчас Ирина ушла в эстетическую гинекологию. То есть она после родов помогает девочкам, ну, решить такие моменты. Мужикам, конечно, это не понять, да? Но, как Ирина сегодня сказала такую классную фразу, кстати, Дим, от нас, женщин, зависит мужское здоровье мужчин. От физиологии женщины зависит мужское здоровье. Вот как. Ну, вообще-то все мы от друг друга зависим. Вот, поэтому Ира сейчас делает, на самом деле, очень благое дело. И это все в параллель с Siberian Wellness. То есть чеки уже начислены, по итогам июля, все дела. То есть вот машина вручена, за которую компания оплачивает. И чек у ребят суммарный... Кто-то купает, суровые сибиряки плавают, сегодня что-то как-то прохладненько. Чек у ребят суммарный 150, нет, даже 170 в этом месяце тысяч. Ира говорит, я никогда бы столько не заработала. То есть у врачей есть потолок. Кстати, мне кажется, врачам-то и деятельностью как-либо заниматься-то не знаю. Нельзя, нельзя, расскажите. Это я не знаю. К чему все клоним? Потому что эта семейная пара также приумножает, созидает, как и мы. Мы же тоже традиционный бизнес не бросили, а хотя могли это легко сделать. Ну да. Поэтому совмещать можно легко. Традиционный бизнес, обычную работу и прочее с сетевой. Любую деятельность, да. Вот если коротко. Не надо, вот вы перешли сетевую и сразу увольняться с работы. Не хотите увольнять, вас никто об этом не просит. То есть реально
с вами едем по Тюмени. Честно, я не ориентируюсь. Мы в Тюмени первый раз. Пока нет впечатлений от города. Ну, дискомфорта нет, мы просто, честно, не видели. Мы едем за красной машиной. Да, мы едем за красной машиной. Это друзья. Долутин, Ирина и Дмитрий. Ирина врач-стоматолог. А вот Дима кто? Я забыла. Просто Димон. Пока нет, мой друг. Димон. Пумба, блин. Ну, да, мы тебя Тимоном звали одно время. Едем по Тюмени. Такие красивые места периодически попадаются. Современный город. Дороги в хорошем состоянии очень, да, Дим? То есть ровненько, без таких... На хорошую четверку. Ну, согласись, мало где сейчас в городах, прям вот, ну, кроме, наверное, центральных. И я бы сказала, город чистый. Я грязи такой вот пока не увидела. Ну, вот сейчас по факту мы в каком-то спальном районе, да? И довольно-таки все аккуратненько. Ребята отзываются очень хорошо вообще о Тюмени, любят, нравится. И люди... Слушайте, сколько населения Тюмени? Я где-то читала, или мне кто-то сказал ближе пару дней, вот в эти дни, что около 600 тысяч. У меня ощущение, как будто гораздо больше. Кстати, а сколько у нас подписчиков из Тюмени? Давайте посчитаемся. Давайте посчитаемся, правда. Давайте посчитаемся, а мы вам с Димой придумаем какую-нибудь приятность. Подарочек. Да, подарочек. Потом среди подписчиков Тюмени мы разыграем подарочек. Пришлем его ребятам. Да? Угу. И вы от Ирины сможете забрать. О, вот вас завернули. Вы и лично заодно познакомитесь. Да, и, кстати, девчонки, Ирина, вот если просто с этой точки зрения взять, она большому количеству девчонок и клиентов, и партнеров, и просто знакомых девочек моих помогает даже дистанционно. Поэтому если вы в Тюмени, прям... Вам вообще повезло. Да, реально, как бы пишите, берите ее контакт, обращайтесь. Я не помню, в какой клинике она работает. Мне это вот, ну, как-то не шибко на ухо ложится, потому что... Сами спросите. Да, кстати, сами спросите. Вот. И сами сможете проконсультироваться, потому что сейчас, например, она ведет беременность одного из партнеров, ну, как бы, да, помогает, курирует вот так вот, не впрямую, вот ведет, осматривает, а так вот анализы посмотреть, прочее. И, ну, Оксана просто себя шикарно чувствует. В общем, врач от Бога. Наверное, у каждого свои таланты, ведь, правильно? Да. У каждого божий. Ой, знаешь, что я сейчас сразу вспоминаю? Помнишь, у Алены был, нет, у Нади был любимый мультик «Феечки» про фею Динь-Динь, когда она только там родилась, ее принесло ветром, и выбирался ее талант. А ведь, помнишь, у нее там молоток, да, она там хотела быть чем-то шустрым, быстрым, а оказался ее талант именно вот такой, да, прикладное. Я к чему сейчас? Не про мультик, ведь у каждого человека, вот у каждого, вот взять, вот мы сейчас едем, да, в каждой машине люди, по улицам люди идут, у каждого человека есть какой-то свой талант есть. Почему люди свои таланты не развивают? Общество давит. Что ты имеешь в виду? Общество, правила, законы давят в человеке. Творческое начало? Да. Нас загоняют в какие-то рамки, убивая тем самым личность человеческую, свое такое творческое «я». Ну, это у меня вот такое объяснение. Может, у кого-то это другое, я спорю с этим не буду. У каждого своя правда. Ну, ты, может быть... Я вижу так. Ну, может быть, ты смотришь это с точки зрения, что тебя, например, отправили, как бы родители настояли поступать в тот вуз, который тебе был неинтересен, да? Вообще просто неинтересен. Поэтому я и дальше не стал продолжать. Закончил и хватит? Да, закончил все. Ну, я начал совершенно в другой сфере. Но при этом Юрьевич может построить дом, веранду, мастерскую, сделать ключи своими руками на фрезерном станке, сделать ремонт, приготовить вкусно поесть, смонтировать ролики, дать путевый совет. Вот как тебя оценивать? Кто ты? Просто если хотеть, можно в космос полететь. Есть. Ну да, Илон Маск же сильно захотел. Вот он и мигет. Кстати, здесь это... Талант по наследству не передается. Нужно просто хреначить, чтобы получать свой результат. По-другому не бывает. Да так везде, наверное. Чтобы проявить талант, нужно... из матрицы. О, завернул. Еще а ты думаешь, делать? Люди что-то поняли? Ну, в матрице это есть общество. Вот это все, вот это. И что ты предлагаешь человеку взять и уйти в тайгу к Агафье Лыковой? Да нет, не то, что Агафья Лыковой. То есть, наверное, нужно понять, что ты делаешь в первую очередь, ну, это для себя. Смотрите, Дим, ну мне кажется, не все этот фильм понимают. А вот там как раз очень тонко все про это. Да? Вот так вот, тончайше прям так все отмечено. То есть ты прям рекомендуешь? Да, я бы людям показал бы, вот это как раз само вот это естественно. А если до человека не доходит этот фильм, что делать? Ну, я тут бессилен. Ну, что я могу сделать, что, по голове бить? Значит, пока он не пока до этой стадии не дошел, или ему это не надо? Возможно. Слушай, а нас куда везут? Я сам боюсь. Мне кажется, тут так, куда волки боятся.
Или как? Кстати, нам прилетел коммент в обзоре на 1 сентября, что неприятно слышать наши вот эти местечковые слова. Ухо режет. Ну, единственное приятное, на 10 положительных, 1 отрицательный. Значит, итог как равно, да? На 10 положительных, 1 отрицательный. И это значит годный контент. Значит, мы делаем все правильно. Нет ничего идеального в нашей жизни. То есть не бывает такого, чтобы всем нравилось. Да. Ну да. Если кто-то говорит плохо и кто-то критикует, да, это тоже хорошо. Это показывает как раз ту правильность действий, что мы совершаем перед камерой. Как раз делаем краску, делаем стереоскопические обзоры. Объемные. Объемные. Да. Ты это попроще выражайся. Ты иногда заворачиваешь такой оборот речи, что ты только филолог поймет. Слушай, можно поснимаю? Мы что-то как-то где-то прям вообще чигиряви. Жители Тюмени, пока мы не доехали, скажите, пожалуйста, в какую сторону мы двигаемся? Мы выезжаем. Вообще у нас сейчас мы едем куда-то в красивое место поздравляться. У нас шампанское, вкусняшки, фрукты. Ну, в общем-то, отметить. А потом идем в ресторан. Какой все-таки ресторан? Понятия не имею. Ира решает вопрос с рестораном. Мы ехали когда в Киа. У нас три ресторана прокинуло сразу. Сказали полем лесом, лес, полем лес, лесом, да. Слушайте, Тюмень, у вас так это, то, что, ну, в Саранске, как бы ресторанов мало, и проблем с этим нет. МЧС России, Тюменская область. То есть мы уже в области, получается, это не сама Тюмень, что ли? Выезжаем из города. Хотя вот общественники прибыль ходят, общественный транспорт. Я предполагаю, это что-то подобие Луховского пруда, наверное, будет у нас сразу. Ну, что-то как-то вряд ли. Мы посмотрим. Видишь, мы уже из города выезжаем как бы. Тюмень. Блин, я столько лет сюда хотела попасть. Ой, а еще, вы знаете, куда вы с нами пойдете? Вы с нами пойдете, во-первых, в Икею Тюменскую, Икея-студию. Очень надеюсь, нас там не пошлют. Мечтаю просто об этом. Я говорю, что там снимать нечего, но мы наверное. Мы хотим посмотреть, да. А потом вы с нами съездите на горячие ключи. Ты что, сразу все карты раскрываешь? Теперь люди будут знать, что тебе ждать в следующей серии. Будут ждать и смотреть. Не оставляешь ни одной интриги. Ладно, все, молчу в тряпочку. Вот так и живем. Тига 7 Pro Cherry. Цвет прикольный. Чем? У Светки Нугаева похож. На Ниссанчик похож, да? На Кашкайчик. Да, вот прям реально Кашкайчик похож. Панорамная крыша, все педали. Сейчас вовнутрь посмотрим, подглядим. Сделаем автообзор. Ну, давайте, мы еще и в автообзор давайте запишем. А что у нас, кстати, у нас техники теперь жопы ешь. Ой, а так можно было? Слушка, ты знаешь, что расскажи? Ты ведь с этим, со стадикамом бегал? Че, как приблудка? Пока понять не могу, через маленький экран, но я особо... Там не особо незаметна вот эта самотряска, я на постпродакшене уже смогу полностью оценить. А можно перевести на русский? Что такое постпродакшен? На монтаже видео. Вот, пожалуйста, выражайтесь попроще для этого. Для нас, для простых смертных. На монтаже, на большом мониторе, хорошо, будет ясно, как хорошо ли отработал стадикам. Я другой вопрос имела в виду. Да, вот чисто технически в руках держать как удобнее? Камеру или все-таки за ручку? За ручку. А хват у тебя другой, ты кистью уже держишь. Угу. А когда фотоаппарат, у тебя рука быстрее устает. То есть у тебя усталости меньше от съемки? Ручки ты можешь перехватить незаметно для картинки. Перехватываешь, когда картинка, в принципе, она не трясется и незаметно. А когда вот ты фотоаппарат руками перебираешь, уже заметно вот этот самый движение. А можно ты руль держать будешь? Дим! Ну, Дим! Держит. Не пугай меня так больше, я боюсь. Дим, а мы кого с собой заберем из Тюмени? Кисоньку или Ужика? Ужика. Мы вам показывали, наверное, уже баночки Ужика. Не помню. Только единственная проблема, как кормить. Будет. Лягушек будешь ловить. Надо погуглить. Да какая лягушка надо поймать, я не знаю. Она лягушек съест, этого змеёныша. Я змеёныши боюсь. Да, ну, хороший. Будешь гладить? Васи назовем. А говорят, они потом старше, когда становятся, они вонючие. Очень вонючие. А почему? Холоднокровные вроде. Ты тоже вонючий, если не помоешься. Ну что, его можно это... Щетка! Это с Фэри. Я могу просить.
Прикиньте картину. Есть посуду, да, кинул шнурок. Дима вырастил ужика, берет его в ванну, кладет, моет. А что, правда? Кондиционер. Да. Они же плавают-то. Давай ужик. Кису, давай кису заберем. Не надо. Давай. У нас есть уже две кисы. У нас нет кис саранский. Микрорайон. Ой. Нет, не заруй. Тимка. Ну все. Короче, приедем, мы покажем. Да, приедем, покажем, куда. Мы едем в микро-макро-район. Микро-макро. Вообще ничего не понимаю. Короче, мы куда-то едем. Но я там видела Гилевский или парк, или лес, что такое. 0,9 километров. И у меня такое подозрение, что мы едем куда-то туда. Ну там же больше ничего не было, и мы, извините, вот в такой индустриальной части города. Велосипед на проходике. Где? Вот с. Ой, какой классный. Туда, наверное, мы едем. Походу, да, потому что видишь, такая пешеходочка. Ой, слушай, красивое местечко, да? Полиция. Сигвей. Слушай, а ты что там выезжал? У тебя что полиция-то под задницей стояла? Тормозила людей, которые нарушают правила дорожного движения. А ты что сказал, что тебе бы выехать? И тех, кто тонирует передние стекла. Тим, а ты как выехал? Ты сказал, тебе бы выехать? Ну да, вот подвинься. Ничего не сказали, стой, жди. Почему? А почему ты меня закрыл? Ну, по-моему, да, то есть это уже нужно. Не препятствовать другим движениям. Так, короче, мы приехали в какой-то красивый парк. Здесь очень много здесь людей. Да, прям дорожки. Раздевалка. О, круто. Все, короче, я отключаюсь. Интересно, будет, включусь. Так, мы приехали в Гилевский парк. Это получается такое красивое гулятельное место. А, нашли местечко, вот наш праймик, ребята. Сейчас мы будем пить шампанское, кушать вкусные конфеты, нарушать все возможные диеты и снова снимать ролик, потому что Диме очень понравилась локация, и мы сейчас еще какой-то сделаем интересный контент. Так, шампанское выпили, у нас произошло маленькое недоразумение, видимо, не ЧП. Виновник сей мальчик в полосатой кофточке, но рассказывать не будем. А, так как все места в хороших ресторанах заняты, у ребят есть секретное место. А, грузинская кухня Кахетия называется. Мы приехали вкусненько покушать, еще пообщаться.